Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Элеонору. Элеонора идет к маме. Мы спрашиваем разрешение у мамы на чистку, диагностику и чистку ее дочери Элеоноры. Дает согласие. Ничего нету больше, что убрать нужно? Она как в зефирной вате вокруг. Эфирная вата? Зефирная. Розовая такая, как облако вокруг нее. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Элеонору и выведи это облако с этой земфирную вату из ее биополя, а также все чипы, датчики, импланты, конвекторы, которые подключены к этой вате. Пошел процесс. Вата вышла, девочку рвет. Хорошо, все это выходит, помогая ей. Энергии даю 100%. Включая внутренний белосвет, она выдавливает из себя все негативное патогенное, низковибрационное, остаточное, что находится на частоте этой подключки, все это выходит. Все вышло. И все, что вышло, сворачивая в шар, отправляя в клетку тюрьму. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Элеоноры, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Элеоноры, находит все. У нее 2 грея. Хорошо. В клетке нет никого больше. Выстраивай канал от греев. Притягивай всех остальных ответственных с ними связанных. 1, 2, 3. Стоят в клетке тюрьме. Ответственных нет. Есть наблюдатели, которые наблюдают за экспериментом с этой зефирной ватой на детях. Хорошо. Выстраивай канал от греев к этим наблюдателям. Притягивай в клетку тюрьму. Да, будет так, а такие стоят в клетке. Рептилоид лаборант. Отлично. Хорошо, Грей. Новый эксперимент проводят. Опять у вас новый эксперимент, Грей. Они начинают объяснять тебе и показывать. Смотри, как это может быть приятно ребенку. Вокруг него розовое облако. Мы даже создали аксессуары в виде сумочек из зефира. Все это воздушное. И красивая оболочка, как вы любите, чтобы все были принцессами или единорожками. А внутри чипики, которые подключены к основным мозговым центрам. И как эти чипики, которые подключены к основным мозговым центрам, работают? Какая у них программа? На основании зефирного облака. Девочка внушается, что они принцесски, и мы подключаем их мозг, начинает работать в этой труе. Серьезно? Принцесски, все должны. Отсюда начинается отсос энергии у других. Со временем ребенок растет, и маленькая девочка превращается вредную женщину нашими подключками, забирая энергию вокруг себя у всех. То есть становится вампиром. И считая себя полноценно правой делать это. Хорошо. Следующий вопрос. Почему ребенок по ночам постоянно просит, беспокойный, постоянно просит маминой груди и зовет маму по ночам? Ваша работа? Спокойно ей там у мамы. Мама энергии особые, спрятаться от нас она хочет, различает мамины энергии и энергии искусственные, розовые. Вот видишь, как хорошо. Особенно по ночам, когда душа просыпается и хочет тепла. Хорошо. Второй вопрос. Аллергии на некоторые продукты питания, которые проявляются высыпаниями. Это ответная реакция была на вас, земфирчик? Не всегда. Продукты, которые вы кушаете, несут много разных добавок, в том числе вредных для вас, особенно для маленьких органов. Ты имеешь в виду пестициды? Удобрения? Например. Хорошо. И последний вопрос. Она много раз за свои 3 года ударялась головой. В чем причина во время игры? Балансировать должен. Наша подключка вокруг тела должна быть сбалансирована. Чипик направлен не туда, и ее заносит в неправильную сторону. И все, значит, вопросы сейчас мы узнали. Ну хорошо, начинаем тогда с реверса энергии и посмотрим дальше, куда приведет наш занимательный разговор с вами, Грей. Я надеюсь, вы понимаете, куда вы попали, да? Принимаем.
Вы понимаете? Не принимаете, а понимаете, куда вы попали. И знаете? Да, понимаем. Хорошо. Даю команду тонкой копии и Элеоноры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Также выстраиваю канал отдельный к этой вате. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Элеоноре. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилив все в 50 раз. До последней частички. Все назад. Готово. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Элеонора забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли. До последней капли возвращает Элеонора себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из ваты частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что находится на чистоте Элеоноры, по праву возвращается назад. Пошел поток. Пока реверс идет, сканер, просканируй, пожалуйста, полноту души Элеоноры. 100%. Отлично. Готово. Хорошо. И что-то осталось еще на вашей чистоте в биополе Элеоноры? Нет, все вывели. Хорошо, включаем внутренний биосвет Элеоноре. И этим светом нам выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе, на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет. Свет выдавливает, энергия выходит и формируется в шар перед Элеонорой. Готов. Большой? Нет. Открываю под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Элеоноре, помогая моей энергии, сделать импульс высоковибрационного шока удара и отсечь все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Ли, я прошу выйти тебя со мной на связь. На связи. Приветствую еще раз. 2 Грея, рептилоид, ребенку 4 года. Установили вату, установили подключки. Все находится в клетке. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Рептилоида отпускайте, он наблюдатель. Хорошо. Рептилоид, в следующий раз я тебя не отпущу. Ты это понял? Если ты еще раз... Не понял. Если он ты... не заказчик, он наблюдатель. Я тебе говорю, если ты еще раз окажешься в этой клетке тюрьме, у тебя будут большие проблемы. Так тебе понятней? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. 1, 2, 3. Рептилоид уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Они забрали Грея, и вот эти все подключки тоже забрали. Изучать. Все правильно. Хорошо. Поехали дальше. Готово. Хорошо. Переходим к закачке энергии и подъему вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Элеоноре и какая частота вибрации будет ей комфортно. 120 и 15. На счет 3 макушку головы Элеоноры начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 120% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 15 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Пусть тонкая копия Элеоноры вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 300. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Элеоноры до числового значения 300 Гц. Пошел, подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Элеонора, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь? Ничего тебя не беспокоит? Она внутрь показывает себе, что там должно быть красиво, а не снаружи. И тогда разольется красивая энергия повсюду, изнутри. Абсолютно верно.
Молодец, хорошие знания. Хорошо, будем возвращать тебя сейчас назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Больше тебя ничего беспокоить уже не будет. И после этого вернем маму назад. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Элеоноры в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем.